Ядовитый плющ, настоящее имя доктор Памела Айсли, экотеррористка, способная контролировать всю растительную жизнь. Памела Айсли родилась с кожным заболеванием, отвращением к солнечному свету. Ее отец был жесток и запрещал выходить ей на улицу. А любовь к цветам она переняла от матери, которая любила свой сад. И когда он убил ее мать, его посадили. И Памелу отправили к родственнику. В колледже Памела создавала дизайнерские наркотики, раздавая таблетки с феромонами, чтобы изучить их действие. Ее могли выгнать, но она дала таблетки кому нужно, и ничего не было. Она попала на опасный эксперимент, из-за которого она и получила свои феноменальные способности к растениям. Ее поймал Бэтмен, и ее поместили в Аркхэм, где она познакомилась с Харли Квинн.